отпускаем! В нашем детстве таких городков не было, это точно. А то, что есть у вас эти городки, нас это очень радует. И сегодня, с сегодняшнего дня вы будете здесь играть, гулять вместе с вашими родителями и друзьями. Мы надеемся, что здесь будет всегда многолюдно. И, конечно, это подарок компании «Фосагро» именно вам. Дети обрадовались, что у нас во дворе такая площадка установлена, что не надо никуда в соседние дворы ходить, что у нас вот во дворе теперь так красиво стало. Мы, конечно, будем беречь, смотреть, чтобы никто, это, взрослые никакие не ломали. Теперь есть где погулять с ребенком, очень нравится. И то, что есть и горки, и качели, все отдельно. Много места теперь, хорошо, устраивает. Да, как раз видно наш новый жилой дом. Вот сейчас мы начали строить 4-й жилой дом. Надеемся, что уже к концу следующего года он примет, не знаю, поселятся наши работники в нем. Ну и, конечно, здесь много других мероприятий. Вот та детская площадка, где мы находимся, я думаю, что улучшит качество жизни наших сотрудников, жителей города. Но, в принципе, это, конечно, еще не все. У нас много других планов. Все больше и больше семей работников компании «Фосагро» проживает в Северном микрорайоне. Во время одного из приемов депутатских ко мне обратилась женщина, которая живет во дворе Кирилловское шоссе номер 28 в доме. И жаловалась, что дети лазят на стройку через забор. Теперь, я думаю, с пуском этого игрового комплекса дети перестанут лазить на стройку через забор, а будут играть на этом прекрасном игровом комплексе.